Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 1, упражнение 7 из раздела Homework, домашняя работа. Complete the story. Закончите историю. What can I say about teenagers in Russia? They are serious. Переведем эту часть и попробуем придумать окончание предложения. Что я могу сказать о русских подростках? Они глубоко мыслящие. Как видите, запятая, значит, мы должны перечислить прилагательные, которые отражают качество русских подростков. Я выбрала следующее. Cheerful, веселая, kind, добрая, friendly, дружелюбная, creative, творческие, a little bit naughty, немного непослушная, but curious, но любознательная. They are thinking of their future. Они думают о своем будущем. Окей. Следующее предложение. Their popular hobbies are. Их популярные хобби. Перечислим их. Painting, рисование. Taking photographs. Фотография. Или создание фотографии. Singing, пение. Dancing, танцы. Going in for sports. Занятия спортом. Some of them are fond of learning foreign languages. Некоторые из них любят изучать иностранные языки. Следующее предложение. In my opinion, they have a great future. They never miss their chance. По моему мнению, у них больше хорошее будущее или большое будущее, ну, в плане они многого достигнут. Они никогда не упустят свой шанс. Дальше запятая, значит, мы должны придумать окончание предложения. They are not afraid of losing. Они не боятся проигрывать. And I think this can help them to fulfill their dreams. И я думаю, что это может помочь им воплотить их мечты. Окей. Итак, мы с вами закончили историю. Теперь она выглядит полной и, естественно, логически построены. Если вы хотите использовать или просматривать больше видео, то подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.